Я точно охотник, да? Нет, ты точно дебил. Нет, ты не обманываешь. Да, нет, я тебе правду говорю, ты точно дебил. Я охотник, нет, да? Нет, дебил. Да? Да, дебил. Да, я охотник. Да, придурок. Хорошо. Да, хорошо. Я так и знал, что я охотник. Он так и знал, что это было изи. Да, это было изи. Геймер. Гейм, ты гей. Геймер, да, геймер. Гей? Я. Гей? Я. Мер. Ну, задрот. О, Жека, 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 Жека. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда ты задротил? Я играю. Она... с другой. Все, уходи отсюда. Вот так вот. Вот так вот. Понимаете, Эдисон, изменщик. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. И сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Импровизация в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и спасибо. Спасибо, как обычно, давай быстро будем садиться. Ребята, спасибо вам большое за ваши лайки. Только благодаря вам мы продолжаем снимать импровизацию в Майнкрафте. Если вы хотите еще одну новую серию импровизации, то обязательно поставьте лайки на два наших видоса прямо сейчас. Ребята, не поленитесь, давайте наберем по 15 тысяч лайков на двух видосах и сразу же выйдет следующая серия. Вы ведь этого хотите, да? Хотите? Хотите. Все, конечно, хотят этого. Давай, пошли, расскажем и пойдем. Давай. Кто не смотрел предыдущие серии импровизации, то я для него оставлю ссылочку в описании. Или же плейлист, ребят. В описании будет плейлист со всеми сериями импровизации. Там вы сможете посмотреть правила этой рубрики. Ну или узнать, что мы будем делать вот прям через секунд так 40. В чем будет заключаться суть этой карты? Жека пришел домой на день рождения его сына. Но он даже забыл его поздравить, потому что он целыми днями гоняет Вовку в World of Warcraft. И у него дома произошла такая необычная ситуация. Его жена, у него в этой карте будет жена, его жена изменила ему с другой женщиной, да. И я это все должен буду объяснить Жеке. Жека будет в наушниках слушать музыку, и он нифига не будет слышать. Я ему как-то жестами, криками, и в самом Майнкрафте я ему буду должен как-то объяснить, что вообще тут происходит. Ну, как я уже сказал, ребята, плейлист есть в описании, заходите смотреть предыдущие серии. И обязательно, я вам еще раз напомню, не забывайте ставить пальцы вверх. Давайте наберем как можно больше лайков. И выйдет новая серия. Да, я вам обещаю, ребят. Я вас никогда не обманывал, я вам говорю правду. И поэтому давайте мы сразу же будем начинать. Сейчас же Индос придет ко мне и посмотрим, сможет ли он догадаться, кто он, где он и вообще что происходит в этой квартире. Погнали. В общем, ребята, Жека пришел ко мне на карту. Он вообще не понимает, что сейчас там будет происходить. Поэтому я не буду... затягивать и сразу же его отправлю. Давай, шуруй, давай. Все, давай, иди. Не бежать. Да. Нет, я бегу. Спокойно идти. Не бежать, что? Спокойно идти. Спокойно. Не бежать, спокойно. И не идти и сесть. Спокойно иди, не надо стоять. Бежать. Ты придурок. Я понял. Мне посмотреть, да? Иди. Медведь. Я охотник. Пил. Нет, иди. Дальше идти? Да. Хорошо. Иди. Снова медведь, я охотник. Это ковер обычный. Иди. Это моя хата. Да, это твоя хата. Это квартира. Это твоя квартира? Твоя. Моя квартира. Да, все, замечательно. Я пианист. Ты дебил. Ты пришел домой. Это, ну я люблю фрукты. Ты домой пришел. Я в своей квартире. Да, пришел с работы. В своей квартире. С работы, ты работал, типа, и потом устал и пришел домой. Я работы сюда пришел. С работы. Не работать, а с работы. А, с работы. С работы пришел. Все, понял. Молодец, ты дома пришел с работы. Я пришел домой. Да, все замечательно. Иди туда. Вот туда. Да. Я точно охотник, да? Нет, ты точно дебил. Нет, ты не обманываешь. Да, нет, я тебе правду говорю, ты точно дебил. Я охотник, нет, да? Нет, дебил. Да? Да, дебил. Да, я охотник. Да, придурок. Хорошо. Да, хорошо. Я так и знал, что я охотник. Он так и это знал, было, что это придурок. Было изи. Да, это было изи. Хорошо. Игрушки. Ну, посмотри туда. Вот. Это тоже игрушка. Нет, это твой сын. Это я. Сын. Это я. Сын. Я игрушка? Твой ребенок. Я игрушка. Ребенок твой. А, я его игрушка. Ты, твою мать, ты его батя. Это Стефан. Да. Ты его батя. Я его батя? Да, ты его батя. Да, а это мой сын? Да, я это понял. Твой сын. Догадался, наконец-то. Вот он страшный. Он не похож на меня. Значит, не от тебя. Ну хотя не, на тебя похож. Ага. Ну, то есть,
Он от меня. Это твой сын. Твой сын. Твой сын. Чего? Это твой сын. Ты его батя? Ты его батя. Я батя. Да, ты батя, да, да. Ладно, хорошо. Ты его батя. А? Да, твою мать! Ты Я батя Степана. Да, да, да. Ну, если ты говоришь, что не от тебя... Ты просто меня запутал маленько. Да, ну, значит, от меня, я твою жёнушку. Так, хорошо, хорошо. Смотри сюда, наверх, да. У него день рождения. Да, у него день рождения, да. Можешь его поздравить? Еще раз. Типа, happy birthday. Я его поздравляю с днем рождения. Ну, так поздравь, поздравь. А, с днем рождения. С днем рождения, Степан. Спой ему, спой. Типа, а, happy birthday, спой ему. Мне ему спеть? Да, 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 да. У меня музыка играет в ушах, я не могу спеть. Ну, спой музыку. Чего? Спой музыку свою. Петь то, что в ушах? Да, да, да. Ты издеваешься? Я не буду это петь. Давай, пой. Я не буду. Ну, окей, это мой сын. Все, можешь идти, можешь идти. Я даже не слышу, что я говорю, я не смогу петь. То есть он не хочет поздравлять своего сына. Ну, ничего, ничего. Иди дальше, иди. Сюда? Да, да, да. Вот батя такой хороший, сына не поздравляет. А, развернись. Обратно сюда. Нет. В другую сторону! Да, туда, туда. Вот сюда, ага. Налево, налево. Вот сюда. Да, вот сюда, сюда, да. Понял. А, давай, да. А, твоя комната. Это его комната. Твоя комната. Это моя комната. Твоя комната. Ага. Садись, садись. 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 Это мое рабочее место. Садись, садись. Садиться. Да, садись. Понял, садись. Сел. Сейчас ты будешь играть в Вовку. Вовка. Че? Будешь играть. Хорошо, как по-другому? Я играю за компом. Да, ты играешь за компом. Ты играешь за компом целыми сутками. Ты задрот. Я большой. Ты большой задрот. Я не понимаю, что ты показываешь. Ты играешь, 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 играешь. Играешь, играешь, играешь. Я работаю за компом. Нет, ты задрот. Я, ну, видеоблогер там или кто-то. Не-не-не, ты задрот. Геймер. Геймер. Гейм, ты гей. Геймер, да, геймер. Гей? Я. Гей? Я. Мер. Ну, задрот. Я геймер. Да, а как по-другому? Задрот! А потом кто я? Нет, ты задрот. Типа, ты Кибер играешь. Геймеры. Ты играешь, смотри. Играешь, 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 типа. Играешь, так, много играешь. Часов работаю, устал я. Да, ты задрот. Задрот Вовке. Задрот. Я... У тебя прыщи на лице, я геймер. Ты задрот. Да. Задрот. Да. Задрот. Ты говоришь, я геймер, да? Да, по-другому. А потом? Нет, по-другому. Потом? Нет. Типа геймер, геймер. Вначале я геймер. Геймер. Как будет по-другому? Потом задрот. Я работаю, работаю. Ты не работаешь, ты только задротишь. Целыми сутками. Ты задрот. Задрот. Прыщи. Я работаю за компьютером. У тебя прыщи. У меня прыщи, я задрот. Ты задрот. Ты задрот. О. Ты задрот. Теперь... Это геймер, задрот одно и то же. Нет, геймер и задрот две разные ладно, вещи. Хорошо. Ты играешь целыми сутками, ты задротишь, 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 качаешь перса в Вовке. В Warcraft играешь целыми сутками, мать твою. Warcraft. Ну, я не понял, что ты сказал, но да. Вовка. Я согласен с тобой. Как у тебя Вовка, как по-другому? Ну я задрот, я играю в игры. Да. Да. А, Вовка. Вова. Я профессионал. Вова. Вовка. Вовка, Вовка! Вовка! Ты играешь в Вовку! Я играю в Вовку! Целыми сутками играешь, играешь, играешь! Долго играю! Ты задрот, задрот, задротин! Я про! Задрот! Задрот! Про-задрот! Ты не про, ты задрот! Кто я? Нет, ты задрот! Игроман! Ты гей! А? Гей! Мер! Задрот! Я задрот! Да, ты задрот! Все да. Короче, да! Играю в Вовку! Да, хорошо! Типа ты играешь, играешь, играешь! Играю, 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 играю! Играю, 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 играю! Забыл, что у тебя нету сына, жены! Типа, ты играешь, 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 забыл. Я умный задрот. А, я понял уже, это плохо. Нет, нет. Ты думаешь, это хорошо до сих пор. А у тебя есть сын. У меня идея появилась. Сын. Сын. Где? Сын. С и Н. Ас. Сын. Ты забыл. Типа, ты забыл, что у тебя есть сын. Типа, ты играешь, играешь. Я играю, да. Задрот. Да. Потом меня осенило. Нет, ты играешь, ты задрот, задрот, задрот. Я играю, задрот. А у тебя есть сын. Сын у тебя есть. Сын. Диск. Сын. Жизнь. С. И. Что это значит? Сын, сын, сын. Три буквы, три буквы. Сын.
Сын! Ты играешь и забыл. Он тоже играет. Забыл про него. А, мне пофиг на сына. Да. Все, я понял. Пофиг на сына. Потому что я задрот. Да. Пофиг на сына. Пофиг на жену. Пофиг на жену. У тебя есть жена. У меня есть жена. Да. Тебе пофиг. Ты играешь, тебе пофиг. Мне вообще на все пофиг, я задрот. Да. Да, хорошо, молодец, я понял. Молодец. Так, отлично. Все, вставай. Уходите отсюда. Да. Ты задрот, да. Все, я наигрался. Я перестал быть задротом. Нет, ты задрот. Не, я все равно задрот, да? Ты задрот понял. По жизни. Я по жизни задрот. По жизни задрот, да. Понял. Ой, Жека. Ой. Заходи. Сюда идти. Да. Я понял. Это моя жена и ее сестра. Это твоя жена, которая... Это моя жена. Да. У нее раздвоение личности. Нет, подожди. Которая уже надоела то, что ты на нее забиваешь, потому что ты задрот, ты вообще с ней не проводишь время. Поэтому... Я ничего не понимаю, ладно. Поэтому она тебе изменила. То есть... Ты... Я... Забыл на жену. Мне пофиг на нее. Да. Поэтому... Потому... Этому... Поэтому... Я муж. Да. Она твоя жена. Это моя жена. Да. А кто из них? А вот это. Слева, это моя жена. Да. Вот это твоя жена, вот это, да. Это жена. Она тебе изменила. А это кто? Ее любовь. Так вот это или это? Вот это. Вот это, слева. Она тебе изменила. Не понял. Типа, когда ты задротил. Я играю. Она... С другой. Она лесбиянка? Она тебе изменила. Она мне изменила. Да. Вот падла. Ну потому что ты задрот. Так она лесбиянка. Ну так она стала лесбиянкой. Задрот лучше, чем лесбиянка. Так она же была твоей женой. А ты на нее хрен, не на сына хрен каждый день забивал. Она тебе изменила. Потому что ты она задрот. Она мне так мстит. Она тебя больше не любит. Типа, сердечко. Все, она больше тебя не она любит. Она меня бросает. Да, потому что ты задрот. Потому что я задрот. А зачем ты Вовку она лесбиянка. Играть? Она стала лесбиянкой. Ты ее вынудил вот это сделать. Да. А зачем ты столько Вовку играешь? Что? А зачем? Зачем она бросает? Не, зачем ты столько Вовку играешь? Зачем я задрочу? Да. Это клево. Почему? Я думаю, не тебе меня спрашивать об этом. Но у тебя есть жена, у тебя есть сын. А? У тебя есть жена, у тебя есть сын. А, ну у меня есть жена, я сразу я задрот. Ну, а почему? Это плохой. Это все, у тебя больше нет семьи. Все. Она тебя бросает. Не, задротить лучше. Нет. Она тебя бросает. Все. Она меня бросает, да, ну да. И фиг с ней. Да, подожди. Пусть бросает. Иди. Сюда иди. Да. Она, конечно, его бросает, но у них есть сын. Как сюда? Они сейчас его будут делить? Да. Сюда? Не. Сюда. Да, туда. Нет! Сюда. Дебил! Назад! Да. Сюда. К сыночку иди, да. Сюда. Да. Куда? Да. Она сына забирает. Она хочет его забрать, но ты ей не позволяешь. Ты хочешь, Степан, ты хочешь, чтобы он тоже я стал... Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы он тоже стал задротом. Типа, ты его забираешь. Я его забираю. Да. Хочет жена, типа, жена хочет его забрать, но ты ей не позволяешь. Но жена не разрешает. Жена хочет, ты не разрешаешь. Жена мне не разрешает его брать. Ты ей не разрешаешь ее брать. Я не разрешаю жене его брать. Да. Потому что ты хочешь, чтобы он также был задротом. Типа, он тоже задрот. Ты хочешь его научить быть задротом. Я буду учить его задротству. Да, молодец. Потому что он мой сын. Красава, да. Чувак. Он красава, я считаю. Он твой сын, да. Ты будешь его учить задротству. Он в будущем станет задротом. Да, но проблемка то, что сын-то не от тебя, а от меня. Типа... Твоя жена, жена твоя. У меня есть жена. Да. Она меня бросила. Да, но сын не от тебя. Это я. Он меня не любит. Я твою жену. Ты мою жену? Вот ты, конечно, и падла. Это мой сын. Все, уходи. Это мой сын. Это твой сын. Да, уходи. Все, уходи отсюда. Вот так вот. Понимаете, какой Эдисон? Изменщик. Друга променял на бабу. Это твоя баба. Я ухожу. Твоя баба изменщица. Не можешь лететь. Все.
Все! Проваливай! До свидания! Надо любить свою жену, а не задроти целыми днями Вовку сраную! Вот она другого мужика и нашла! От придурок! Ой-ой-ой-ой, что он тут? Вот любите своих близких. Не так, как не надо задротить целыми днями, а то и ваши будущие дети не от вас будут. В общем, ребята, на этом мы будем заканчивать. Ты хотя бы попрощайся! Обижен он. Ребята, если вы хотите бить следующую серию импровизации как можно быстрее, обязательно ставьте лайки. Давайте наберем по 15 тысяч лайков. 15 тысяч лайков под этим видосом. И сразу же выйдет следующая серия импровизации. И мы узнаем еще больше тайн о Евгении. Да. Спасибо, ребята, за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Я бабулька! Ну, моложе. Я женщина! Да, женщина. Женщина, взрослая. Я женщина. Не женщина! Ты женщина? Не женщина. Да. Много фильмов. Много... КОГО?! Ничего не понимаю! Я баба! Пришел смотреть «Пусть горят», пришла. Нет. Я баба! Ты должен сделать. Стоп, иди сюда.